Значит, то, что сегодня показывал утром, два ролика, это уже я систему запустил. Завтра, значит, покажу реальный запуск. Небольшой ролик, как она включается, как работает. А сегодня, значит, покажу подсчеты и схему. Значит, схема. Сейчас в сети идет, сеть. Идет провода, плюс и минус. 230 вольт. 230 вольт. Далее. Один провод, 0. То есть тут фазой 0. 0 идет напрямую на мотор. А фазу мы разрываем на реле. Значит, 0,1 секунду она у нас работает. Питание 0,4 нет. Работает по своей инерции на своем токе. На обратном. На своем, даже можно сказать, нагреве. То есть нагрелась и крутится. Расширилась. Ей крутить уже легче. И поэтому она крутится, не останавливается. Мотор вот тут 300 ватт. Тут вот вал я показывал. Значит, тут вот генератор, вот то, что утром показывал, на 500. Внутри генератора катушка возбуждения. Значит, здесь мы тратим 90 ватт. Здесь, значит, на выходе. Опять стоит реле, но тут наоборот, 0,4 секунды включено, идет ток, 0,1 секунды закрыто, пока здесь идет разбег этой системы, а потом она разогнала ее на 0,1 секунду, разогнала, и это 0,4 секунды выдает по 276 ватт 4 раза. Так. То есть, когда здесь открыто, здесь закрыто и наоборот. Но разница разная. Здесь открыто 0,4 секунды, здесь 0,1 секунды. На 4 раза выводится по 276. Итого 1104, а здесь у нас 57,90, 147. Получается, значит, КПД 751. 1104 делим на 147. 751%. Это за 5 часов 1104. Дальше. А как в час? А в час у нас вот что получается. 57 ватт в час дает система. Но за час берет, а не дает. За час она работает только пятую часть. Один раз включается, 5 раз. 1/5, значит, 11,4 ватта потребляет час. А здесь, значит, за 5 часов тут одну часть не работает, но 4, за 4 части она дает по 220 ватт в час. То есть получается, значит, здесь 220 в час, если считать, а здесь 11,4. Итого где-то 209 ватт в час. То есть такая система, 209 ватт. Сейчас. Завтра покажу, как она работает, то есть включу. Это сегодня я уже не хочу запускать, как говорил, уже поздновато, чтобы не суметь. А завтра с утра это будет уже, вот это третий будет, четвертый ролик вот это будет завтра. А пятый ролик, когда поступят батареи, то есть уже сделаем. Здесь уже не будет сети, а здесь будет батарея. И здесь батарея. Ну, инвертор будет, чтобы 220 выдавать. Или же батареи будут. Чтобы без инвертора, надо много батарей. На 220 надо, а не по 3,7 вольта. Штук 70.
и здесь штук 70. Пока такого нет, значит, будет, как построит батарея, будет, значит, батарея и инвертор. А здесь будет, значит, отсюда же будет и уходить ток с инвертора на потребителя. А здесь будет заряжаться. Как здесь зарядится, переставим. Впоследствии можно поставить еще и здесь реле, чтобы автоматически переключалось. То есть система готова, для автономной работы не хватает аккумуляторов. 57 ватт берет в час. А выдает, значит, 1104. То есть, как не 57, она в час берет, значит, 11, выдает 220. 57 это имеется в виду, значит, 57 за 5 часов. А тут 1104 тоже за 5 часов. Спасибо за внимание, значит, ждите завтра. Ролик покажу, как она работает. До свидания.